Привет, мои дорогие зрители! С вами мы, коты. Всем привет, зрители. Мы приехали опять в этот магазин и приехали вот зачем. Приехали с Сашей, с Мишей, с папой по икру. По икру. Пойдемте с вами икры намечем. Да, ребят, вот здесь вареники продают. Я уже здесь вам делала. Вареники, пельмени. Пельмени 800 грамм, $15. Вареники $13. Ой, батюшки мои, то что-то сегодня народу столько много. Прям таки скажу, народ в ряд стоит. Миша говорит, что там икра по скидкам продает. Ну-ка, что мы тут, какие вареники купим? Потато оньон с луком. А, где-то, по-моему, с грибами были. Грибов не стало. Здесь продают на скидке замороженное. 3 по 200. Три по 200. И я вот эту куплю 400 грамм, $75. Здесь 200 грамм, $40. 100 грамм, 23. В прошлый раз покупали вот эту, очень вкусная была. Саша нашла мне с грибами. Ну вот, народ немножко рассосался. Это спешл французское масло. А вы сами пробовали? А вот кто-то не знает, это Сашин папа. Я его называю капитаном. Капитан дальнего плавания. Похож? Сашуля, красотуля, открывай. Открывай, открывай. Вот в этом пакетике. Потихонечку, полигонечку. Красота неописуемая. Папа, подержи, пожалуйста, чтобы зрители видели. Да, они видели. Они видели. Подожди, как. Что-то такую новинку какую-то принесла мне. О, какая красота! Боже мой! Это полный восторг. Да. Чудненько. Просто чудо. Пап, можно блюдце попросить у тебя? Ну давай, сейчас мы тут по кочкам едем. Будет нам блюдце в итоге. Дорогие мои зрители, это я снимала видео. Чашечки стали, сказать, уже знаменитые. На моем втором канале Элла Австралия Second Hand Поиск Склада. Это была посылка от Лоры Винтаж Америка. Посылка, за которую я отгребла по полной программе, Саша! Так что, ребят, я дарю их, передариваю Саше, потому что я знаю, что Саша ценитель. А я тогда приглашаю всех зрителей и Эллу на кофе с этих красивых чашечек у меня на балконе. Ну, это мы как-нибудь на днях сходим на кофе, и там еще одна чашечка тоже. Ну, сейчас, конечно, посмотрим. Вот это вот я просто балдею. Ну, красивая. Ага, поставила. Сейчас прыг. Ой, да, очень опасно. Бьющийся товар такой. Вот я поэтому, ты знаешь, что
Миша, останови, пожалуйста, достань сейчас вторую чашечку, посмотрим. Сейчас, на секунду, мы бегом уже. И... Какая прелесть. Ну, это тоже вишня. Невозможно. И розовый лепесток какой-то. Нет, это не роза, это какие-то хризантемы розовые. Какое чудо. Так, все, ребята, меня привезли до дому. Просто красота. Так что это, Саша, посылка из Америки. Передаю в добрые руки. В очень добрые спасибо руки. Спасибо тебе, добрая душа. И спасибо Лоре из Америки. И спасибо всем зрителям, что поучаствовали в этом. Кардобалете. Будем пить кофе. Все, ребят, на днях пойдем к Саше на балкон кофе пить. Пока, пока. Пока. Нет, подожди, это Саша пока, а я-то еще не пока. Еще раз хочу вам напомнить то, что в Австралии сейчас зима. Это такие цветы растут у нас в палисаднике. Буйство красок. Буйство. Это мои покупки. Распокупочки мои. Очень хорошая у них была икра. И я, то, что туда очень редко мы ездим, я купила на всякий случай побольше. Ребят, ну я не могу остановиться. Возможно, у меня икры в организме не хватает. Я хожу, как Лиса Патрикеевна, все, знаете, ложечка да ложечкой. Кто-то мусор к нам кинул. А потом обопьешься. Ой, а здесь. А это денежные деревья. Все в цвету. Ну-ка, вот здесь вот. Это вам я здесь снимала. Здесь растет оливковое дерево. Видите, это маленькие оливки. Вот они. И кто-то постоянно это дерево нам выламывает. Все ветки обламывают. Видите, оно поэтому такой формы непонятной. И также мне писали, что это, Элла, не денежное дерево. Нет, ребят, это денежные деревья. Вот они, цветочки. Вот это. Все в цветах. Это уже практически отцвело. И вот, тоже я вам его снимала. Пропадает. Уже практически тоже все пожелтело. Когда вот этот цветок выпьет все соки цветочка, видите, он погибает, этот цветок. Он растет все выше и выше. Я не знаю сколько, наверное, 3 метра уже. Выше крыши. Вообще как-то несправедливо. Несправедливо. Но у него, видите, стебель какой. Вот такой огромный, толстый. Ну и получается, это целое дерево. Ух! Он был зеленый, полный жизни. Ну, родил цветочек и сам пропадет. Родил цветочек. Вот я договорилась. Это у Джули под окном. Какие красивые. Ну, через неделю уже весна будет.
Ой, по-моему, это у нее петрушка, что ли, растет. Заехала я на пригорок. Хочу вам показать центр Сити. Вот в самом центре мы с вами были несколько лет назад. Наверху это находится ресторан. Этот ресторан крутится и вертится. Мы с Сашей вместе ходили. Так сказать, ресторан на высоте птичьего полета. Все, ближе приблизить не могу.